нас сейчас красота на косе. Это я гуляю где-то в километре на 5-6. Снова мороз. Ночью передают до минус 16 градусов. Сейчас градусов 10. Очень свежо. Шел в сторону Лесного. В лицо небольшой ветерок. Обратно буду возвращаться при попутном ветре. Нос не замерзнет, это плюс. Днем видно было очень много людей, судя по следам. Сейчас, когда шел, встретил одну лыжницу. Ну, и 2-3 человек. Парочки. Кто с собаками, кто с детьми. Солнце уже высоко. Можете убедиться сами. Вообще красота неописуемая. Такая наша Куршская коса зимой. Если и летом будет такой же широкий пляж, это просто шикарно. Сейчас золотые пески, как можете убедиться, накрыты снегами. И отдыхают от праздных курортников. Так же, как и вся природа. Всем наилучшие пожелания с Балтийского побережья. Счастливо. Всем пока.